привет, уважаемые зрители и гости моего канала! Сегодня у меня очень интересное видео. Я хотел бы рассказать и показать данный котел. Это у нас Нептун 40, который просто сварен для того, чтобы... Ну, просто впрок. То есть он абсолютно свободный. Я решил на нем поэкспериментировать. А в чем же заключается эксперимент? А заключается он в том, что я его запущу на газу. Были такие вопросы со стороны заказчиков, а также потенциальных покупателей. Может ли котел на отработанном масле, который я изготавливаю, работать на газу? Ну, конечно, в качестве газа я ничего другого взять не могу. Природного газа у меня, к сожалению, в моем помещении нету. Но у меня есть вот такой баллон, то есть это пропан, обыкновенный баллон. И сегодня мы будем запускать наш котел на газу. Давайте посмотрим вместе, что у нас получится. Каким образом у нас происходит подключение нашего котла к баллону с газом? Я приобрел вот такой вот газовый клапан, на котором при подаче 12 вольт у нас происходит открытие клапана. Шланг подключил к редуктору. Редуктор должен быть такой, на котором можно подавать або убавлять подачу газа по манометру. Далее отсюда мы трубку взяли, подключили к масляной подаче. Ну и соответственно у нас подача масла на режиме авто должна стоять большая, чтобы у нас газовый клапан сработал. И следующее у нас что происходит? Когда мы запускаем наш котел, ставим розжиг. На розжиге у нас не должно подача масла быть. Он, соответственно, не срабатывает. Режим авто включаем, и у нас включается газовый клапан. Как слышали, он щелкнул. Снова ставим стоп, и газовый клапан у нас отключается. Но когда он отключается, этого не слышно. Ладно, давайте я покажу, как запущу его на газу. Для этого мы нажмем пуск питания нашего блока управления и нажмем один раз на энкодер. Когда мы нажали на энкодер, у нас сработала улитка надува, и соответственно клапан у нас пока закрыт. Открываем нашу камеру с чашей, достаем нашу чашу и наливаем туда совсем немножко горючей смеси. И закрываем. После этих манипуляций у нас баллон газа закрытый. Мы нажимаем режим авто, следующий режим. И теперь у нас мы можем потихоньку подать газ. Каким это образом происходит? Мы открываем баллон с газом и вот этим редуктором немножко подаем газ вовнутрь. Все, и котел у нас работает на газу. Таким образом очень легко запустить котел на отработанном масле с помощью газа. Если, например, необходимо срочно подогреть помещение, или ну, случилось так, что у вас много дешевого газа, почему бы не воспользоваться таким способом и не перевести котел на работу на газу. Давайте я покажу вам, как происходит работа котла на газу. Я думаю, вам видно. Там. Здесь у нас подача практически очень низкая. Вот я чуть-чуть добавил, и по звуку сразу слышно стало, как добавилось горение. Сейчас жидкость у нас в течение 1 минуты сгорит, и соответственно вместо горючей жидкости будет гореть газ. Вернее, сейчас уже газ горит вместе с горючей жидкостью. Вот таким образом мы запустили наш котел на газу. Давайте посмотрим на баллон с газом. Вот так он выглядит. Как мы видим, подача настолько низкая, что стрелка даже не отклонилась от нулевого уровня. То есть подача газа минимальная. Давайте убавим немножко газ. Я убавил немножко, и огонь внутри также слышно стало, что он чуть-чуть притух.
Убавлю еще. И огня у нас также стало еще меньше. Прям по звуку слышно, что меньше горит. Стало больше и гореть стал интенсивно. Ну, я, наверное, не буду чрезмерствовать. Вот таким вот нехитрым образом можно подключить котел на газу и подогреть помещение с помощью газа. Всем спасибо за внимание. Думаю, видео было интересно. Самому очень было интересно сделать данный эксперимент. Выражаю огромную благодарность своим двум заказчикам, которые запустили свои котлы на газу. Это они мне подсказали, объяснили. Огромное вам спасибо, ребята. Вы молодцы. Я не знаю, голь на выдумку хитра. Оказывается, котел прекрасно работает на газу. А всем желаю весеннего настроения, чтобы было все хорошо, не болели. Всем всего хорошего. Спасибо за внимание. Ставьте, пожалуйста, лайк. Что-нибудь напишите в комментариях по этому поводу. Всем вот такой вот жирный лайк также. И всем пока. Давайте мы его заглушим, так сказать. Смотрите, я сейчас... давайте я нажму энкодером стоп. И посмотрим, как у нас потухнет. А он потух моментально. Все. Котел полностью потух, потому что он работал на газу. Здесь мы можем закрыть баллон газа. Все. Ну вот и все.